Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Романова, и очень часто просят записать очень короткий ролик по возможностям BeFree, по самым таким главным фишкам. Да, на вебинаре я каждый понедельник рассказываю об этом более подробно. Сегодня я не буду говорить о предварительных программах там на 75, на 30, я их трогать не буду. Я буду зацепать как раз там принцип работы BeFree, как это работает, почему именно так создан маркетинг и где здесь лежат деньги. То есть все вопросы, которые у вас потом будут возникать, задайте тем, кто вам дал этот ролик. Набирайте, пожалуйста, пообщаемся, познакомимся. Я отвечу на все вопросы более подробно. Итак, давайте начинать с элементарных вещей. У нас, когда мы ищем что-то в интернет, есть две задачи. Первая задача – быстрый возврат вложенных средств и понять, откуда же возьмутся ежедневные доходы. Я вам сейчас расскажу очень коротко о двух программах. Программа Everyday и очень быстро расскажу о программе Автохаус. Что такое программа Everyday? По сути, предварительное мы не трогаем. Задача этой программы – вот этот стол на 150. Неважно, вы сюда зайдете с предварительных программ или вы сразу стартуете со стола 150. Первый большой плюс. Стартуйте с любой площадки, которая вам нравится. Здесь нет принципа, что все идут стройными рядами с какого-то одного стола. Итак, смотрите, в чем основная фишка данной площадки. Быстрый возврат вложенных средств происходит в два шага. Один партнер встал в плечо, один партнер встал вниз. И вот эти $150 сразу же мы забираем на вывод. То есть 100% деньги забираются на вывод. Смотрите, самый первый большой принцип. Здесь нет отложенных балансов. Здесь нет денег на развитие проекта или нет ни ежемесячных каких-то платежей. Деньги 100% сразу забираются на вывод в ваш кошелек. При этом проценты за вывод проект не берет. Это работает по принципу краудфандинговых программ. Открывайте Википедию, читайте. Это как кассы взаимопомощи когда-то были у наших родителей. Да, 100% деньги от человека к человеку. И это работает в европейских масштабах. Мы работаем в 16 странах на сегодняшний день для того, чтобы можно было помочь друг другу. Поехали к маркетингу дальше. То есть принцип простой. В интернете вся работа одинаковая. Неважно, это матрица, это кэшбэк, это инвестиции, ресурсы. Мы все с вами работаем здесь как посредники. Мы говорим о том, что нам нравится, и мы об этом рассказываем. Смотрите, следующий партнер встал, то есть мы помогли своему личнику построить фундамент. И эти $150 точно так же сразу же 100% вы забираете на вывод. Принцип очень простой. Да, как бы деньги от человека к человеку на ваши мечты, на ваши цели. И все очень просто, и все очень прозрачно. Следующий партнер встал вот здесь, вот сюда, да, наши два личника, как обычно, минимум два человека, да. Следующий партнер встал, и эти $150 мы забираем на вывод. То есть вот 400, вот эти $50 мы все забираем 100% на вывод на свой кошелек. Вроде $450, сумма приятная, где-то около 35 тысяч, но хотелось бы, чтобы этот процесс повторяем. Им был повторяем, маркетинг продуман так, что когда вот становится вот сюда в последнюю ячейку партнер, у нас этот стол закрывается, столы не делящиеся, столы, мы сразу стоим наверху, столы отрезные. Вот этот стол закрывается за счет, вот сюда встал партнер в последнюю ячейку. Стол закрывается, и за счет этих $150 у нас открывается чистый стол на 150. Что это дает? Это очень удобно, потому что, по сути, стол работает, получается, по кругу. И это дает такую возможность зарабатывать постоянно с одной и той же командой по $450. Каким образом? Наши партнеры по той же системе свои $450 получили, стол закрылся, они прилетели к нам. И да, как бы уже за работу с командой. Мы все работаем зумами, мы все работаем вебинарами, мы все работаем через мессенджеры, мы все работаем брифингами. В общем, это уже система работы, да. И наши партнеры снова как бы прилетают вот сюда, в эти ячейки, уже за работу с командой мы опять забираем на вывод те же $450. То есть стол работает по кругу. Следующий момент. Так как, когда стол чистый открывается, да, есть одна задача. Когда столы уже закрыты, ты кого-то приглашаешь, где-то там партнеры вниз падают, и как там будет дальше двигаться, непонятно. Здесь очень удобно, когда открывается чистый стол, всегда можно пригласить новичков в чистый стол, помогать строить им команды. Понятно, когда уже приглашенных там 2, 5, 10, мы работаем, чтобы вам было понятно, четвертый год, нам летом было 3 года, мы работаем уже четвертый год, да, и понятно, личников у всех много, и естественно, вот этот стол потом просто работает и кружится по кругу. Вот в этом основная задача. Но основная еще задача в том, что ты можешь для себя и для партнеров просчитать свои доходы. Каким образом? Это все математика, любой маркетинг. Это самая простая математика. Итак, смотрите.
если нужно заработать в месяц 100 тысяч. Все очень просто. 100 тысяч – это где-то надо 3 раза, чтобы закрылся этот стол. Да, 3 раза по 100, по $450. Получается, что раз в 2 дня нужно что-то сделать. То есть ваш партнер, вы с ним поработали следующие 2 дня, поставили ему партнера и поработали с собой любимым. Следующие 2 дня помогли ему построить фундамент. Дальше вы работаете с этим личником, да? 10 дней – $450. В месяц это будет 100 тысяч. На сегодняшний день 100 тысяч по курсу. Раньше было 105, сейчас практически 100. 100 тысяч по курсу. То есть, тем более, никаких отложенных балансов. Все деньги мы сразу забираем себе на кошелек. Вот так работает программа Everyday Stall на 150. И когда мы понимаем, откуда у нас ежедневный доход, естественно, тогда уже нам интересно, где же эти большие деньги лежат. Вот теперь давайте разбираться с программой «Автохаус». Первый большой плюс – вы можете стартовать сразу с программой «Автохаус». Вам не обязательно стартовать с программой «Everyday». Здесь уже выбирайте для себя сами. Как хотите, так и работайте. С любой площадки в программе можно стартовать, обязаловки нет. «Автохаус» работает по такому принципу. Так как это уже деньги с увеличением, там, где нам надо большая сумма денег, потому что задачи, цели у всех разные, да, то есть деньги на ежедневные мы разобрались, давайте здесь. Смотрите, один партнер стал вниз, пришел к нам, да, с программы Everyday или сразу стартовал с автохауса, один партнер стал в плечо вниз, и мы $300 забираем сразу же себе на кошелек на вывод. Ничего никто не ждет, никаких закрытий, ничего не забирается по кусочкам, ничего никуда не разлетается, ни в какие первые программы. $300 мы забираем на вывод. Заметьте, один раз мы вернули свои, дальше все деньги уже идут просто чисто заработанный доход. Смотрите следующий момент. Естественно, так как нам нужны деньги с большим увеличением, нам нужно, чтобы они накопились, и в следующем столе мы забрали их гораздо больше. Здесь у нас накопилось с вами, вот партнеры закрыли нас, да, стало $900. Мы с вами перешли в стол на 900. Точно тот же принцип. В 2 шага мы $900 забрали сразу же себе на кошелек. Накопилось у нас здесь 2700, мы с этой суммой переходим в следующий стол. Деньги с увеличением, да, это транзитно-накопительные столы, но главная задача, что мы в них забираем 100% денег на вывод. Два партнера встали, не ждем закрытий, 2700 мы забрали на вывод. 2700 это уже где-то 200 тысяч, мы забрали сразу же на вывод одним платежом. У нас собралось 8100, мы с вами перешли в следующий стол. Два партнера встали, 8100 мы забрали одним платежом сразу на вывод. 8100 на сегодняшний день это где-то 620 тысяч рублями. Смотрите, главный принцип. Нет никаких отложенных балансов, нет вот этого принципа. Неважно, как это называется, VIP, автохаус, дома, вот здесь ты кусочками забираешь, тебе тут накопительный смотрят, и люди, знаете, открывают тебе экран и говорят, смотри, на балансе 22 тысячи, смотри, на балансе 12 тысяч, на смотри 30, 40, 50, 100 и так далее. Вот когда я это закрою, мне деньги дадут. А если не закроем, кто в это играл? Поэтому не люблю, давно не играю в накопительные балансы. Мне лучше деньги сразу себе, любимой, родной, на свой родной кошелек. И поэтому вот эта задача, когда 100% деньги отдаются на вывод. Но это все только самое-самое начало. По сути, хорошие деньги, но я точно знаю, что каждый не пришел именно за такой небольшой, как бы, ну, хороший, но не настолько большой суммой, чтобы решить наши все какие-то цели. И смотрите, то есть последний стол, так как он последний в данной программе «Автохаус», он работает очень просто. Здесь мы забрали вот эти все суммы на кошелек, да. «Автохаус» мы забрали 8100 одним платежом на кошелек. Следующий партнер вот сюда вниз встал. Мы забрали 7200 на кошелек, это тоже больше, чем полмиллиона, это где-то 520 тысяч, да. Следующий партнер встал, мы еще забрали 7200 на кошелек. Еще один партнер встал, мы забрали 7500 на кошелек. Вот этот стол пошагово дает на вывод $30 000 чистого дохода. То есть это уже какая-то такая сумма, которую можно как бы, да, уже что-то для себя можно решить. Как бы один проход, где-то около $35 000, вы можете это все посчитать. Но самая главная задача не в том, чтобы заработать $35 000, самая главная задача, чтобы этот процесс был повторяем, и чтобы эти деньги все время можно было повторить, заработать. И для этого в маркетинге есть такая фишка. Мы когда с вами получаем вот здесь 7200, нам дают 3 новых бизнес-места в стол на 300. Это работает таким образом. А вот первый клон
он становится четко за спонсором, по спонсорской привязке, да, для того, чтобы ваша команда одна и та же, она приходила все время к вам, чтобы это можно было повторить с одной и той же командой не один раз. Но, внимание, первый клон встал четко за спонсором, а два клона вот здесь вторых, они управляемые, то есть они у вас лежат на балансе для клонов, и вы их можете направить туда, где вам нужно помочь партнерам. Это может позволить вам составить любую стратегию. Вот эти все столы, они управляемые на любую глубину. И смотрите, что происходит. Два ваших клона, ваших бизнес-места, новых ваших два бизнес-места, вы можете направить туда, где нужно помочь. Можете поставить их вот так и сразу получить дополнительно $300 на вывод. Тут уже ваше право, как хотите, так распоряжайтесь вашими клонами. На вебинарах об этом или у того, кто вас пригласил, вы можете узнать это все поподробнее. Задача-то здесь как раз в другом. Смотрите, важный в чем момент. Мы таких бизнес-мест получаем вот здесь пошагово 8. То есть мы забираем еще 7203, еще 7502. Да? То есть мы получаем вот таких дополнительных 8 бизнес-мест. Что это дает? Они точно так же, ваши личники получают такие же бизнес-места, и ваша команда получает такие же бизнес-места. И так как первые все равно летят четко за спонсором, мы одной и той же командой можем этот процесс постоянно повторять. И пошагово каждый клон дает на вывод 300, пошагово дает 900, пошагово дает 2700 и дает вот эти $30 000. Возьмите калькулятор и посчитайте. Это просто математика. 8 бизнес-мест. Это $280 000 чистого дохода. Это больше, чем четверть миллиона, чтобы вам было понятнее. Смотрите, то есть, но вы же понимаете, что потом эти 8 бизнес-мест дадут следующие 8 бизнес-мест. То есть это такой процесс, который повторяется по кругу. Самая важная задача, по сути, данного маркетинга, это создать такой, как бы, ну, такой денежный оборот. Да, это мы работаем, по сути, здесь как посредники, потому что краудфандинг – это деньги от человека к человеку на мечту, повторяюсь еще раз, можете это почитать. Я вам хочу сказать, что в интернете вы можете работать где хотите, но задача, никогда в интернете всегда говорю, народ, не принимайте срочно припадочных решений, пожалуйста, принимайте осознанное решение, все считайте, просчитывайте, насколько это будет удобно и комфортно людям, насколько это будет безопасно каждому. Для меня безопасно, когда деньги сразу выводятся на твой кошелек, и лучше я буду спать спокойно, пусть они плодятся в моей тумбочке и размножаются. Когда я понимаю, откуда у меня возьмутся ежедневный доход, потому что если мы, знаете, в интернете есть простое правило, если мы делаем вид, что мы работаем, покупаем там, да, ну, какие-то там обещания красивые, да, всем же хочется так, чтобы пришел какое-то блюдечко с голубой каемочкой, откуда-то взялись деньги. Если мы делаем вид, что мы работаем, то интернет делает вид, что мы платим. Но главная задача для меня, вот это где же лежат эти деньги, как пошагово, 100% их можно забрать к себе домой, к любимому. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте тех, так, тем, кто вам дал этот ролик, стучитесь, если нужны будут подробности, как это работает подробнее, где здесь еще есть сильные фишки, которые помогают быстрее продвигать структуру, потому что стратегии есть такие, чтобы можно было это все сделать гораздо быстрее и с гораздо меньшими усилиями, но это уже фишки для работы. Всем хороших продуктивных действий в интернете, пусть интернет всегда будет для вас статьей доходов. Я была рада вам дать информацию о проекте BeFree.